Что случилось, малышка? Мамино кольцо. Я вытащила его, чтобы посмотреть, а птица украла. Почему кольцо было у тебя? Его одолжили. Мама велела вернуть назад. Но теперь оно на дереве, мне туда не залезть. Так, птичье гнездо. Может, я как-нибудь смогу сбить гнездо с дерева? Из гнезда что-то выпало. Эй, ты! Убери руки, это моя вещь! Мое кольцо! Отдай его мне! Ты мать этой девочки? Мачеха! Кольцо подарил мне муж, а падчерица украла. С тех пор, как я вышла замуж за ее отца, с ней столько мороки. А ведь я всегда была к ней добра. Я думал, кольцо ее матери. Но та умерла. О, может, кольцо и впрямь было ее? Я не знала. Муж подарил тебе кольцо мертвой жены? Мы бедно живем. Нельзя отвергать дар доброго сердца.
Он хороший человек, я люблю его. Но его дочь меня не полюбит, пока не смирится со смертью матери. Отдай кольцо девочке. Это память о матери. Может, тогда вы со временем подружитесь. Ты мудр, незнакомец. Тяжело отдавать его, но так будет справедливо. Прошу, верни кольцо ей. Кольцо твоей мамы у меня. Впредь будь аккуратнее. Нужно беречь то, что нам дорого. Я видела, как ты говорил с мачехой. Мерзкая змеюка. Она пыталась забрать кольцо? Нет, просила вернуть тебе. Будь с ней ласковей. Она желает тебе добра. Наверное. Надо будет спросить маму. Тогда прощай. Если ты боишься пчел, мальчик, то не стой так близко к их улью. Но мне нужен мед. Хоть чуток. Это для подруги. Она его так любит. Виннифред обожает мед. Такая сладкоежка. Она очень добра, но не знаю, что будет, если ей не дать меда. Я пробовал тыкать в него палкой, но они только сильнее злятся. Добыл мед? О, спасибо! О, выглядит вкусно. Положи на камень, она мигом придет. Камень там, у дерева. Быстрее, пока она не пришла. Подожди тут со мной. Она уже скоро. Виннифред не вместо мамы с папой с тех пор, как их не стало. Мы лучшие друзья. Другие дети меня дразнят. Иногда они кидают камни и называют меня червивым лесовиком. Виннифред меня спасла. Я лежал в траве и молил Бога забрать меня тоже. Пришли волки, а она их прогнала. Вот и ты, Виннифред! Я достал тебе мед!
Виннифред, лучшая из медведиц. Мой любимый день тот, что проведен с тобой. Так что сегодня мой новый любимый день. Добрый путник собрал тебе меду. Что надо сказать? Спасибо! После сладкого ты наверняка хочешь пить. Тебе и правда не страшно совсем одному, малыш? Вот глупости. Я здесь вовсе не один, меня бережет лучшая из медведиц. До встречи и спасибо. Пойдем, Виннифред, прогуляемся на озеро. Поплещемся в камышах. Странная дружба. Но подчас друзей находишь в самых неожиданных местах. Как странно.
Ум надобен тем, кто далеко забрел. Дома все тебе ведомо. Насмешливо будут глядеть на невежду средь мудрых сидящего. Спасибо! Спасибо! Нужно накинуть капюшон. Осторожнее. В темноте лесной. На тот свет меня сведет танец этот злой. Что тебя так тревожит? Прошу, дай мне ответ. Сколько их здесь? Я должен знать. Сколько кого? Камней. Я пытаюсь сосчитать, но ответ всякий раз другой. 20, потом 21. Феи решили свести меня с ума. Камни сами не двигаются. Сосчитаю. Бегай, прыгай, играй, кружись, вот только смотри, не извозись.
Я посчитал все твои камни. И? Сколько же лордов и леди вышли поплясать? 21. Я совершенно уверен. Видишь, то больше, то меньше. Молю, посчитай их еще раз. Спаси мой разум. Ответ и правда каждый раз другой. То больше их, то меньше их. Водят, крутят, путают. Теперь 26. Как же это? Видишь, то больше, то меньше. Молю, посчитай их еще раз. Спаси мой разум. Проклятье, да как вас посчитать? Смотри в оба! А то свет украдут, никогда не вернут! Может быть, их 23? Ха! И тебя заколдовали! Будет пир, готовьте кубки! Пайваки точит свои зубки! Это что за толстый безногий кролик выполз из тьмы? Я тебя вижу, не спрячешься, дьяволенок. 27, 21, 23, 24, 22, 22, 22. Я не знаю, как помочь. Камни сами собой то появляются, то исчезают. Уходи отсюда. Беги, беги, пока можешь. Это Скрюмер шутит? Решил заколдовать Англию? Тот камень был там раньше. И где мой безумный друг? Будь проклято это место. Тише. Что-то не так. Сюнин.
Что ты видишь?
Мы справимся. Улайнов и убрать цепь, чтобы корабли могли плыть дальше. Механизм должен быть внутри. Цепь убрана. Путь для кораблей свободен. Так-так. Эти раны оставлены оружием саксов. Теперь я знаю, где искать убийцу. Sorry.
Эйвор, мы ждем твоего приказа. Оружие и доспехи здесь? Да, хозяин воронов. Хорошо, теперь ждем наших друзей. Здравствуй, старый друг. Когда появилась возможность напасть на Уэссекс, ты вспомнил обо мне. Ха, какая честь. Эйвор, как идут приготовления? Мы готовы взять Рочестер? Собирай людей. Пора вытащить мышь из норы. Come on.
спрячется в главной башне. Наступаем! Опять ворота! Они не устоят! Там горящее масло! Ah!
собак! Убьешь меня! Навлечешь мне всего Уэссекса! Смел взять этот замок там! Воины Альфреда скоро покарают тебя! Мы здесь не ради мертвого камня, Тент Эдмунд. Будьте прокляты! Ты и твои башки! Я не позволю тебе управлять мной! Скорее умру! И сколько твой король заплатит нам, чтобы сохранить тебе жизнь? С юга приближается войско. Настоятель монастыря Святого Адриана. С ним целый фирт. А, аббат Кинеберт! Хвала Господу! Если тебе нужно лишь серебро, у церкви его в достатке. Если мы договоримся, ты будешь свободен. Пары сундуков хватит за жизнь крысы. Не будешь молчать? Придется перерезать тебе горло. Ай! Полегче, язычник! Не так грубо, дикарь! Ты умрешь за все унижения, которым подверг меня Дан! Для меня ты значишь не... Thank you.
Ничего личного, Тен. Ничего личного, Тен. Для меня ты... Эй, вы, язычники, отпустите его, или вам всем конец. И что же ты предложишь нам взамен? Вашу жизнь. Мы слишком многих потеряли. Этого мало, раб Христа. 20 сундуков серебра. Дай им все, что просят, Киноберт. Это опустошит казну слуг божьих. Я не могу заплатить столько без ручательства. Тедмунд? Хочешь выторговать что-то за мою жизнь? Ты так быстро прибыл, аббат. Эти черви только что взяли мой замок. То была воля Господа, Тедмунд. Он послал мне страшное видение. Язычники хотели убить тебя. Это совпадение меня настораживает, аббат. Ты... Господи Боже, что с тобой? Мне нечем дышать. Он мертв. Без сомнения, от яда. Нет, нет, нет. Поднимите его. Он не может умереть. Не должен. От яда? Кто же мог успеть его отравить? Многие короли и пугливые люди носят с собой яд, чтобы не попасть в плен и не платить выкуп. Какой ужас! Альфред выберет другого и... Господи, Альфред! Что же я скажу королю? Мы выполнили обещание, Киноберт. Тебе может не нравиться исход, но ты нам обязан. Я найду вашу леди Паладина. Дайте мне день. Будьте в аббатстве завтра, и я... О, боже, боже! Мне до смерти надоели эти проволочки. К йотунам, Киноберта, найдем Фулки сами. Тише, Эйвор. Освободи Гедрика от клятвы. Встретимся в аббатстве Киноберта.
Сегодня ты сражался как настоящий зверь, Гедрик. Твоя клятва исполнена. Я рад был биться вместе с тобой против псов из Уэссекса. Пусть наша дружба будет вечна. Мне не интересны склоки христианских владык. Я здесь ради Сигурда. Понимаю. Как найдешь его, возвращайся. Устроим пир и выпьем меда за нашу дружбу. Охотно. Тихо. Где монахи и люди аббата? Сказал бы, что рад встрече, брат, но мне как-то не по себе. Что здесь произошло? Я следил за аббатом по пути сюда, но не видел ни его прислужников, ни монахов. Их убили? Не думаю, но в могильной тишине мало хорошего. И где же аббат сейчас? В своих покоях. Идем. И будь настороже. Ты не думаешь, что он замыслил предать нас, брат? Зачем пастырю Божьему союз с еретичкой? Хиннеберт жаждет власти и славы. Раз Тедмунд мертв, ему придется добиваться их иначе. В этом есть смысл. Держи клинок наготове. Хиннеберт, твои гости прибыли. Входите, ужин ждет. Дорогой аббат прислал приглашение. Сказал, что мои друзья ищут меня. Для ужина рано. Но эль Хиннеберта так славно идет под баранину с горошком, корицей и черникой. Я не устояла. Где мой брат? Он... Разве он не здесь? Боже, я ему не сказала. Убьешь ее, не найдем Сигурда. Сядь, Эйвор. Ешь. И послушай историю о том, кто говорит с богами. Смеешься? Я убивал и за меньшее. Разумеется. Таков этот ужасный мир, верно?
Мы с тобой забиваем овец, когда нам вздумается. Большинство людей годны лишь на то, чтобы умереть. Ничтожество. Но не Сигурд. Сигурд совсем другой. Его коснулось нечто высшее. Его устами говорят боги. Он поверил в твою ложь. Твои слова подобны яду. Нужно было слушать, Эйвор. Я говорила. Боги существуют, и мы завладеем их мощью. Ты не найдешь его, пока я не закончу. За старых друзей! Как же вкусно, Кинниберт. Мне не чудится тут гвоздика? Что ж, с ужином покончено. Убейте их. Тела доставьте в мой санктум в Кентербери. Они скоро будут здесь. Может быть, есть другой выход? Фулки обмолвилась о Санктуме в Кентербери. Да, и без всякой нужды. Нужно быть настороже. Может, это ложь? Возможно. Но других следов у нас нет. Хочется думать, наша цель стоит стольких смертей. Жизнь Сигурда? Моего брата? Конечно. Так пойдем же, вместе нырнем в пасть гибели. Я и не надеялся дожить до старости. Все это не напрасно, Эйвор. Мы найдем Сигурда. Дело не в нем одно. Фулки получит свое.